Добрый вечер, уважаемые коллеги. Мы начинаем пресс-конференцию, в которой участвует главный тренер «Динамо» и главный тренер ЦСКА Сергей Гучинчина. По традиции мы попросим наставников команд прокомментировать только что завершившийся матч. И слово предоставляется наставнику «Динамо». Спасибо. We got the start we wanted. Peter Gay's goal, first goal, and then we, the next two goals, we had control of the puck in the attacking zone and made an offensive turnover, and their skilled players executed well, where we should have been able to control the first five or so. It was in their control. Мы забросили первую шайбу, начали так, как мы хотели, но у ЦСКА игроки очень хорошие игроки, очень техничные, и поэтому было тяжело с ними справляться в зоне обороны. Они не смогли сделать. Мы, наоборот, начали не так, как мы планировали. Начали медленно и совершили много ошибок в своей зоне, за что поплатились. Потом ребята хорошо перестроились и начали играть свою игру. Второй период понравился, особенно игра в средней зоне, и здорово опекали, здорово подкатывались под игроков соперника. Как я и сказал ребятам в раздевалке, здорово выиграли и проявили характер, терпение. Хартиган уехал домой, у него жена рожает завтра, поэтому он полетел. Вчера улетел. А Димитракс, ну, это чисто игровые моменты. Мы дали ему немножко отдохнуть и, знаете, может быть, перевести дух и попробовали других игроков молодых. А Гончаров то же самое. Максим сыграл 5 матчей подряд. Он немножко подустал, и было полезно ему посмотреть игру, потренироваться и посмотреть игру со стороны. Well, I made the change, Slava. It wasn't Andre's fault. We just wanted to make a change, and Kobe had played very well the night before, and I felt that he was going to give us the goaltending we needed to stay in the game. You know, I was happy with Kobe's play. Again, Andre's played many great games for us. The goals weren't his fault. I thought it was the time. As a goalie, I know what it's like to have 3 goals scored on you in the first period, and sometimes it's not. Это не ошибка Андрея, мы его заменили. Во-первых, Коваль хорошо играл в предыдущую игру, и это просто была замена, которая нужна, была необходима в игре. Поверьте мне, я сам был вратарем и знаю, что такое пропускать 3 шайбы в первом периоде. It's always hard to comment on the next game when you're still trying to deal with tonight. Likely an easier answer. If they play hard, they won a game tonight, they have a good team, if they take penalties, our power play has to be better than it was tonight. And that's our defense against tough plays. I mean, we want power plays. So this was a very hard game tonight. They got very well coached. Sir, he does a great job. They have good chemistry of young players and older players, so it doesn't get much harder than tonight. Очень тяжело комментировать по следующей игре, когда только что закончилась эта сегодняшняя игра, и все мысли только о сегодняшней игре. По сегодняшней игре только могу сказать, что очень молодая, хорошая команда, очень хорошие техничные игроки у ЦСКА. Да, у нас были моменты, но у нас были и ошибки, мы удалялись, они пользовались этим. Команда очень хорошо в ЦСКА играла сегодня. Была очень тяжелая игра. And they're all good. They all give us problems. Game tonight in series. Tonight's team is as good as anybody that we played, and they work hard. They're young. They have energy. Fire. Their practices were good this morning. Ours wasn't. So you know, this is as good as any team in the league that we've played. Все команды, с которыми мы играли, очень хорошо.